На конкурс дети читают стихи. Кириченко Руслан, 10 лет. Город Бахчисарай. Республика Крым. Автор неизвестен. Весна победы. Весна пришла и день победы. Встречает снова вся страна. Давно не слышно канонады, но не забыта та война. Бои тяжелые под Брестом и отступление до Москвы. Разгром врага под Сталинградом, победы первые ростки. Весна победы, гром салютов и слезы на глазах солдат. Как долго ждали мы победы и майский праздничный парад. На фронте и в глубоком тыле ковал победу весь народ. Не все вернулись с поля брани, их подвиг в памяти живет. Уходят в вечность ветераны, но сохраним мы навсегда бессмертный ваш великий подвиг, и не забудем никогда.